Запускаю. Сейчас проверим. КамАЗ качает пока еще. Запускаю. О, сейчас проверим. Ага. Все. Сегодня нам наша Мосэнерго устроила праздник. В 10 утра выключили свет и включили в 3:30. Выходной, так сказать, ну, цивилизация. Да, плановое отключение, без оповещения. А это стабильно у нас вообще оповещать? Это что, западло? Так, всем спасибо за пожелания, ребят, за пожелание удачного стрима. У меня почему-то опять не отображается, сколько человек на стриме, но ладно, без разницы. Это не столь принципиально. Даже если там есть один, мы будем стримить. Спасибо, спасибо, персона, за пожелание. Удачи. Так. Ладно, как вот сейчас Вовка 315 скачает. Все, скачал. Ага, все, готов. Ну что, начнем тогда? Поехали. Поехали. Я все правильно поставил. Да, вроде все правильно. Ты имеешь в виду по технике, по карте, все правильно? Ну да. Здесь знаешь, в чем прикол? По-моему, в КамАЗе в твоем больше всего топлива. Я вот эту карту запускал. Вот. И мне показалось, что в правом моде, который вот так стоит, то в нем больше всего топлива. Че тут 202? А, ну да, там же процент берется. А, подожди, у тебя что, 555? 555, здесь 100. Да, ну тут берется же процент от общего объема. Ну да, в редакторе. У меня, что там, 375. Не, в твоем должен быть больше. Да. Да. Ну вот у меня 300, а в твоем... А, нет, в моем почему-то больше. Куда а здесь почему... ехать-то? Вот чем вопрос. Куда ехать? Ну будем, что, к гаражу пробиваться пока. Я, короче, поехал на левую сторону точки разведки открывать. То есть повернешь сразу налево. Ну давай. Я тогда поеду сначала прямо. Ребята вроде нашли гаражные внизу. Ага. Здесь просто вот сразу еще вот одна дорога налево уходит. Я помню, проехал немножко прямо, там какой-то обрыв был. Тут полицейские вот в кустах стоят. У меня там знакомый один поехал к гаражному, увидел поехать, но упал с обрыва как такого. Да, тут есть вообще какие-то дороги-то. А, блин, я уже кренюсь нафиг. Тут у тебя Саравиль спрашивает, как учеба, псих? Учеба в чем? 3D Max? Я еще не добрался. Да вряд ли 3D Max. Так, здесь на дороге деревья растут. Это вообще дорога-дорога или дорога, заросшая дорога, которой быть не должно? Нифига здесь березы просто посередине дороги растут. А вот здесь вроде дорога пошла опять. Так, что у нас тут по точкам-то? Вовка еще куда-то поехал. Офигеть. Может, Вовка карту знает, лучше нас всех вместе взят. А, ну я вот одну точку перед собой вижу. Сейчас открою. Я ни точек, ничего не вижу. Просто вижу, тупо какая-то дорога идет. Ой, грязи ты не пожалел, автор. Да, не скупился, это точно. Так, что мы имеем? Вот вижу какой-то 4320, судя по всему, с гаражным. Не. Нет? Не, он с ремкой. Вот что-что, а до него я доехал. За заборчиком там, да, который? Ну, что-то, ага, где-то в деревне тут стоит. А, да, он с ремкой, вижу. Он с ремкой и телега с ремкой. Едем дальше. Ну вообще подзаправить не мешало. Ну да. Если так, ты не знающий,
кататься по карте, то топливо можно сжечь как нифиг делать. Да ё-моё, ну я урона хватает. Так, чел, как ты там? Ага, Вовка развернулся. Понял, что не вариант. Скорее всего, он вытаскивает его назад. То, что туда загнал. Я там тоже поехал, говорю, пришлось буксира весь вешать под задницу себе и толкать. Персона, не пиши кэпслоком, не надо. Такое ощущение, как будто на меня кричишь. Да и читается плохо. Да и читается не очень хорошо по сравнению с другими. Я все вижу, нормально все. Так. Угу. Ну, к тебе смысла нет ехать. Я поеду правее там. Мне я пишет, боюсь, что там... я выбрал. Мне пишет персона, что я выбрал длинную дорогу. Саш, значит, у тебя короткая. Раз у меня длинная. Ну я вот и ага, и смотрю по миниатюре, там вроде какая-то просека идет. Так, мне тут по аддончику пишут. Сейчас, секунду. Да, грязи как здесь. Мне? Я не знаю, я сейчас скоро обсохну, у меня-то Урал-то прожорливый. Не, ну у меня еще 220 мается пока. У меня 163, и расход у меня, наверное, побольше твоего будет. А я подзаправился. А где ты умудрился? Ну где телега с Уралом. А, там же тележка-то ремонтная, я что-то упустил этот момент. Ну вы все куда-то торопитесь, чтобы быстрее гараж не схватить. Но... Ну, а я, кстати, походу сейчас к заправке подъеду. Я еще и отремонтировался. Ну ремонт-то ладно, еще это полбеды, как бы терпит, а вот топливо-то подсыхает. Да ёшкин матрёшкин, ну. Надо ж меня так за дерево-то. Ой. Кто так с дороги делает? Скажите, ну не бывает в такой жопе дорог, вы уж простите. А я вижу меня. Тебя, я тебя вижу. Вот, ну не бывает в такой жопе дорог, ребят, ну вот чё. Либо здесь ее просто быть не должно, этой дороги. И там что-то импровизационное можно было накидать. Но делать лесную дорогу и при всем при этом деревьями ее засаживать, так не бывает. Ладно, там кустарнички на ней растут. Ну ладно, там год по дороге никто не ездил, она заросла. Ну вот вижу я очевидно дорогу, и она засажена 5-метровыми березами. Так не бывает. Я, наверное, не прав, не знаю. Вот персона мне пишет, что я к заправке приеду. И точки разведки заодно. Да, там какие-то заборы. Какой стороны подъехать, я, честно говоря, пока не вижу. Ну, а, заправка дальше. Понял, все, понял. Не, камера, конечно, шикарная вещь. Не знаю, почему-то мне вот сегодня уже двое написали. Типа, не работает камера. Ну, я не знаю, как она может не работать. Все элементарно забрасывается просто в папку с игрой. И все работает. У меня все работает нормально, прям буквально с первых же дней, как только она появилась. Старая версия, новая версия, все работает без. Вот у персона со мной согласился относительно заросших дорог. Ой, блин, ну ко мне здесь, да, конечно. Многовато. Вот у Вовки пишет, что... Ну, я думаю, все видят, что Вовка пишет.
Не знаю, Володь, что у тебя не так, почему она может не работать. Я не знаю, ну вплоть до переустановки игры. Я не знаю, кому это как. Лично мне занимает это минут 5 переустановить игру. 10 минут, наверное, максимум займет, если все вернуть в исходное состояние. Начиная там от всевозможного софта, модов и так далее и тому подобное. Так, я Урал свой покормил. Нашел 65-22 с топливной цистерной и с прицепом ремкой и топливом. Что бы мне еще бы найти интересно здесь? На ту сторону я предполагаю ехать лучше не надо. Скорее всего, там гаража не будет. Ребят, кто там на стриме, может, подскажете? Хватит вам там это вредничать. Так, все, я тут отвлекался чуть-чуть. Окей. Че, мне получается надо назад спускаться? До смысла ехать нет, да? Ну, я поеду сейчас, не знаю, что я здесь найду. Река непроезжабельная. Хотя здесь какая-то колея уходит. Ну-ка. Дна я там не вижу, не знаю, зачем автор сделал колею в реку. Дна там нет. Здесь рыбы нет. Да-да-да. Ах, блин, персона знает и молчит. Скобочками мне тут пишет. Не-не, Витя. Так будет интересней. Ну ладно. Пусть пишет там холоднее, теплее. Да. Вот я приехал, холоднее, теплее. Тут такая обрывистая попа. Не, реально попа, смотрите. Раз полукопится, два полукопится, а посередине. Ой. Я не знаю, куда здесь сюда. Ну здесь я. Я, ё-моё, на спаун приехал с другой стороны. Вы чё, шутите, что ли? Да ладно. Ага. А, то есть мне в обратном направлении надо пиндюрить. Там морозилка мне пишет персона, куда я приехал. Ну ладно. А вот тут смотри персону, кто где на карте. У них как, там тёпленько? Не, ну они там вместе собрались, им по-любому там тёпленько. Это я здесь один, как отшельник какой-то. И сейчас вот я буду дико удивлен, если они найдут то, что нужно. Изобразишь удивление, да? Да. Да вы чё? А чё, правда что ли? Так, я в морозилке поехал и в обратном направлении, значит. Я сейчас еще раз подзаправлюсь, раз уж такое дело. КамАЗ, может, тоже на буксир возьму, что ли? О, а я. Ну, мы на пути к заправке, да, ребят? Нормально. Нормально. Ну, подвинься-то, ё-моё. Это самое, ребят, а я вот сегодня конфиг поменял опять на какой-то. И вот что такое исправление невидимой грязи? Это как вообще работает? Вот никогда не интересовало, честно. Может, она. Да никак, и не. А как она может, правда, работать? Не, ну как-то визуализирует, может, вот это вот. Я так понимаю, это когда на картах экструдус наносят, а никак не визуализирует. А он якобы исправляет это и как-то визуализирует. Кто знает, может, черканете там в чате? Да ладно, как он визуализирует? Ну да, если в редакторе это не прописано изначально, да. Я не нарисовал, как он ее нарисует там. Ну, не знаю, мне тоже интересно, как это работает. С чем-то он ее это сравнит, что ли? Ну, не будет же автор вот этого конфига писать. Да нет, чисто физика, наверное, какая-то, я не знаю. Ну, это же конфиг, он чисто физику меняет. Ну, так-то да. Ну, вот мне интересно, что, как менять, что делать-то вообще? Ну, что-то с физикой связано. Дополнительные какие-то функции. Там вот есть, по-моему, такая функция, как тонуть. Да, в грязи тонет. В грязи, конечно. Да. Когда стоишь или когда что-нибудь помню. Все время тонуть.
Мне это особо тоже не интересно было. Мне интересно, ребятка 40 метров. Вот это интересно. Я автозум. А у меня почему-то урон стал 62500, а я его не ставил галочку бесконечный урон. Ебать. Короче, с нами читер играет. Ну, да. Все, сейчас закидают меня. Лучше держись подальше. В редакторе много чего неизвестно. Было бы неплохо видосик сделать. Чё почём. До мелочей. Ребят, до мелочей это на сутки можно записать видосик, а то и более. Да не, ну я вот планирую вот-вот уже начинать с этого. Сейчас зарплату получу, хочу микрофон поменять. И каналом займусь потихонечку. Да, будет. Вот будет псих потихонечку серии выкладывать. Насколько я умею до мелочей, настолько и расскажу. Я, конечно, не супер профи. Равиль спрашивает. Как успехи в группе и на канале? Добавляются подписчики? Ну, добавляются, конечно, само собой разумеется. Ну, ребят, кажется мне, что слева 255, наверное, здесь с гаражным участком. Да? Ну, а я не знаю. А что еще? Так, а 65-22 с чем стоит? А где? Ну вот, что-то там открыто, кто-то мимо проехал. А, вот где заправка? Не, да. Ну там он с топливной СССРной и с ремкой прицеплен. А-а-а. Слушай, ну я еду к нему тогда. Ну а я попробую рискнуть спуститься с горы тогда. Ой, куда тут спускаться? Что там я подозреваю, мне надо будет туда КамАЗ этот тащить все-таки. Какого не, ну, фига? Я тут столкнул, короче, машину, объект с дороги. Сейчас переспавнился КамАЗ. Машина опять появилась. Офигенно вообще. О, у меня тут какой-то камень упал. Ёкарный баба. Так, кто там на КамАЗе? Я. Не, на этом, на 65-22. О, Дэн Хуан, всем привет, удачно прохождение. Сейчас проходили чудо. Это чудо. Ужас на карте, баги и дырки. Мое мнение. Я сзади тебя с горы съезжаю. Я пытаюсь наоборот на эту гору залезть. Живой, е-мое, ехал. Он, Дэн Хуан. Дэн Хуан писал, вы слышали, да? Да. Что сейчас проходили это чудо, ужас на карте, баги и дырки, мое мнение. Не, ну относительно багов, то, что машина опять появилась, это да. Относительно дырок, то да, я там уже всем задницу продемонстрировал. Ну, не свою, а на карте. Левую полупопицу, правую полупопицу, а посередине дырка. Так, а что тут модели двигать можно, что ли? Да, там джипик. Ой, стоит, да, пикапчик, да, он шаволится. Ну я за тобой еду, я тут срезал немножко, все, я его сдвинул. Жалко, ты меня не заметил, я там с горы летал очень красиво. А-а, ну это да. Со скалы. Не спускайся с горы. Я тебя сейчас вот уже догоняю. Не говори только что где. Да, Дэн Хуан, ладно, говори только что где. О, точка разведки. Нифига себе. А здесь у нас лужи с течением. Вот это да. Вот эти карты, я понимаю. Лужи, течение, это просто... Это просто... Предел совершенства. Может, там труба водопроводная лопнула. Ну да, я так и подумал, что аж мост успели отстроить здесь. Дом аж развалился за все это время. Блин, я что-то не вписываюсь. Придется мне пересаживаться КамАЗ. КамАЗ немножко назад оттянуть. Чего? Я за тебя, если что, помогу. Да я на двух машинах тут пытаюсь проехать, но чувствую, это не вариант. У меня он краски едет. Я на Виторгане еще за собой КамАЗ с прицепом тащил. Потому что мне кажется, он там какой-нибудь поломанный сейчас стоит. Сворачивай на траву, я вам по траве еду на повышенной рядом с дорогой. А. Не, а я здесь, у меня травы нет, здесь у меня мостик. Сворачивать некуда, блин, да это что за нафиг? Палки торчат.
Просятина. Блин, а сейчас чувствую Чебурахну здесь, и будет и есть хорошо. Да что ж меня сегодня тянет-то, не туда, куда надо. А где этот краш-то? Ух, ё-моё, я думал, я ближе уже к нему, честно говоря. Да, здесь, блин, в распуском будет непросто. С длинным, да, согласен. Под скалы вытекает, ну, простите вы его. Это за течение. Да не надо было вообще течение там делать. Вон, Серег, ты видишь, да, вот эту лужу? Ты сейчас вроде где-то там. Да, я ее проезжал. Да, ну что, разве такое бывает, течение в луже? Ну, у меня такая лужа рядом с домом бывает. Ну, тогда я молчу, все. Там как трубу прорвет какую-нибудь. Не, ну такая местность, да, она чисто трубная. Не, ну что, вот, кстати, текстурка на дороге изменена. Смотрится классно. Да, вот только она перед лужей была вязкая текстура, а теперь она обычная. Так, да. Во! Вот, кстати, Дэн Хуан, Саш, тебе на вопрос отвечает, что по поводу невидимой грязи. Это то, что когда грязь не экструдес наносишь, а оставляешь автоматик. Там получается невидимая грязь, и эта настройка исправляет это. А, то есть она как бы подним... Ну, понял, я понял. Вот. Так, я не понял, кто здесь тусуется-то уже. Как сюда псих попал? Чё-то я пока здесь читаю чат, и, по-моему, все быстрее меня доедет. Да я по прямой, все нормально. Я же на 8 на 8 рулит. То есть так и получается, да, тогда, что там, где был нанесен только экструдес, это все переделывается в автоматик, что ли? Нет, нет. Вот ты когда в редакторе наносишь грязь, ну, если ты там не по отдельности делаешь, там экструдес, тракс и все остальное, автоматик. Ну. И он как бы ее все делает, он визуализирует ее и т.д. и т.п. Но когда ты едешь на карте, и там, где автоматиком нанесено, у тебя там не колесо проваливается, а грязь поднимается до колеса. Ну да, 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 да. Вот эту вот херню, я так понимаю, он исправляет. То есть исправляет криворукость авторов карт. Что-то типа того. Понятно. Да я бы криворукость авторов карт не назвал, это криворукость редактора. Нет, ну извините, можно сделать ее нормально, просто нет, было можно, бы желание. Да? Не, я избегаю такой фигни. Я тоже избегаю. Поэтому я это называю криворукость автора. В редакторе вообще много чего нехорошего. Ну. No. Вот поэтому грешить сугубо только во всем редактор, я считаю, это неправильно. Так, ну что, может, по тележечке в школу не пойдем? Да давай попробуем. Так, а у меня тележечка-то это прописано сюда, нет? Этого я не знаю, у меня прописано. А чё, ну я тогда и полностью заберу. Мне не тяжело. Я думал, тележечку где. Что, я зря туда к вам еду, что ли? Да, мы как минимум тележки можем взять. Не, ну если тебе машинка нужна, почему нет? Мне машинка. Как же я без машинки? Так, и чё он? Как же я без портфеля? Он живой этот красный? Да, он живой. Сам, ну может, вот я сейчас тогда своего на буксире возьму, чтобы соляр не жрал. Так, здесь я, наверное, с прицепчиком-то не поднимусь. Так, у меня повышенная, Саш. У меня тоже. Да? А, это же твоя повышенная. Это моя повышенная. Я подвинулся, я понял.
Я забыл, с кем я играю. С читерами. Кто бы говорил, сколько у тебя там дамага? 62 тысячи с половиной. Это просто жесть. Я не знаю, люди, если вы реально специально ставите такой вот дамаг, нахер вообще играете? Ай, блин. Не, ну, еще я не понял, с чем он прилепился. Я убирал галочку с бесконечного урона и топлива. Не, ну я ж тогда купил, когда Урал вот этот 43-20, 10 на 10-то. Но. С черной кабиной. Ну. Вот, вот первично, когда ко мне в руки попало, это просто, это звезда была просто. Такого читерства я еще нигде не встречал, ей-богу. Просто это там вот аддоны были, там достаточно поставить было какой-нибудь, я не знаю, кунг, и все, и проходить всю карту, ничем себе не отказывая. Вот, то есть, ну, потом-то все это было исправлено на более адекватный этот... Более адекватное состояние, короче. Так, ты говоришь, здесь где-то можно по прямой, да? Но если ты проехал вверх сюда, то я-то вниз точно проехал. Ну где там это повышенное? Блин, мне, конечно, это повышенное воткнуть надо, но если я ее втыкаю, то у меня уже хрен остановится. Мне бы только поворот не проехать мимо. Что-то все в чате замолчали, тишина. Так, а что, гаражные нашли, все, стрим можно смотреть. Так. Не-не-не, ребят, смотрите обязательно. Интересно ваше мнение того всего, того, по всему тому, что мы здесь вообще творим. Может быть, кто-то даже поделится своими мнениями какими-то относительно прохождения карт. Может, кто-то делает что-то иначе. А мы на харде играем? Типа? Да, 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 хард. Все по-взрослому. Не знаю, насколько эта взрослелость будет адекватной. Пройдем мы или не пройдем. А то как в прошлый раз заполнили, сколько мы там? Фиг да нифига. Блин, я повышенную этого. Диф забыл вырубить. Одну пилку забили. Не, ну там, кстати, это. Не, там Вовка, кстати, тоже что-то довез. Ну да, да, да. Я одну забил. И Вовка что-то довез. Полторы. Да, полторы пилорамы из пяти, по-моему, да? Что-то такое. Так, Иван, 8977, привет, и тебе привет. Домино Анимо, о, привет, какие люди. И тебе привет. И спасибо за хорошие дороги. Вовка, полторы, вот, вот, пишет, полторы, да. Полторы пилорамы забили из пяти, по-моему. Конечно, да, жесть была. Я не люблю такие стримы, я обычно люблю вот начать и закончить. Не, я считаю, самый адекватный этот час, ну, два часа. Больше и смотреть, наверное, скучно людям. Не, ну почему, сидят, вот, не то, что сидят все, приходят, уходят, как-то так вот все происходит. Не то, что прямо зашло там 20 человек, примерно, на стрим, и все до посинения сидят, эти там 5 часов, не знаю, сколько мы там можем стримить. Вот, но... Приходит, уходит. Среднее количество просмотров, оно вот так как всегда сохраняется. То есть среднее количество просматривающих. Вот. Ну, естественно, все не будут смотреть вот и до. Виктор, представь, я тут недавно смотрел. Ну, я в свое время играл в одну игру, называется Trains. Симулятор. А, паровозов. Паровозов. И сейчас там есть стримы в Ютубе. Посмотри как-нибудь. Там Trains на мультиплеере, блин, стримы. А. Так они там по 6-7 часов стримят. Офигеть. У них там до 18 человек играет. Там у них свои диспетчеры, свои дежурные. Офигеть. Короче, там настолько все серьезно, что вообще ребята просто живут в этой игре, я не знаю. Они зарплату, что ли, за нее получают. Хрен его знает. Но это жуть. Жестоко, конечно. Ну там реал полный у них, короче. Так вот по форме докладывают, так, короче, там вообще серьезно. Уже скач. Танки отдыхают, да?
Танки, ну вот сейчас да, раньше нет. Раньше там тоже в танках было все серьезно. Да знаю, проходили. Сейчас-то уже да, сейчас уже будет так побаловаться. Как бы мне здесь лучше проехать, а? Я хочу Кразика вот Серегиного подтащить. Кразик. А у нас что там на респе? А, еще у каждого по две машинки, да? Сейчас я один на эвакуатор и все две сюда привезу. Так, только бы до гаража дотянуть, у меня тут что-то 60 литров мается всего. Так, это вы полезли, да? Значит, мне тоже надо полезть куда-то. Через пинки, ё-моё. Не люблю пинки. Ай, черт, не писался. Ай, черт, ты опять не писался. Да что ж такое-то? Аматур. Аматеур. Короче, понятно. Привет, хардкорную играете? И, кстати, снимите название стрима. Точно забыл. Да, играем хардкорную, сейчас название стрима поменяю. Забыл поменять. Сейчас 5 сек, ребят, меняю. Редактировать. Ёшки-матрёшки. Так. Вот, Иван 8977 пишет, что он только что ее прошел. Не дай бог по такой дороге в жизни ехать, без почек останешься. Без позвоночника и без всего на свете. Блин, вот палки еловые в грязи, это просто предел хардкорства. Да, ребята, вот. Не стану повторять, не суйте в грязь их. Ну так. Колеса заезжают под них и все, матерятся все. О, Витя, ты где? А, чувак. А ты где вообще? Я? Там. Ну, где там? На карте. А ты привез свои два очка? Да. А что-то у меня 0 из 4. Как? Нет? Ну да не важно. А я что, не разгладился, что ли? Можешь оставить себе их на память. Да я же разгружен. Да нет, я разгружен, кстати. Только я не знаю, зачем я Кразик тащу. Да, я вот сюда его в гараж поставлю. Ай, не входит, господи. Колесо не дало и 296 урона. Да. Печалька. Так, ну я правильно спускаю? Нет, нет. Да, Серега, все правильно. Да, это та самая дорога. Волшебная. Почка отбивательная. Так, ну у меня еще 19 литров. Подтащим. Да не, я думаю, доползу. Гараж открыл, все. А что, мы карту все открыли уже, что ли? Ну, практически. Практически. Ладно, я пока снаряжаюсь. Ой, я посигналил, джип упал, прикольно. Да. Что мне баг взять? Я думаю, знаешь, что не буду я по 8 очей таскать, буду я таскать, наверное, по 6. По 6. Только надо, чтобы меня кто-то грузил. А подожди, а что, одна пилорама, да, здесь? Две точки погрузки, да, там в одном месте. Не, а пилорама-то одна, да? Только а, нет, одна. Вот вторую. Три пилорамы. Ага. Вот у меня. Ну поеду, я технику заберу, короче. Так, Вить, не отъезжай, я сейчас на кразе еще впрыгну. Ага, хорошо. Вот Вовка пишет, 6 берет. Не, ну я по традиции длинный роспуск. Я тоже длинный роспуск возьму. Только я, наверное, тогда с краном. Очень. Мне, конечно, баг тоже не помешал бы. Тогда Серега, а ты с краном будешь? Мне надо тогда в паре с кем-то ехать.
Или брать тогда 4 очка, наверное, кран. А, тогда ладно. Тогда ладно, я возьму кран. Так, что ты меня здесь воткнула сейчас? Кран. Ребят, я трансляцию открыл, если кому интересно, тоже смотрите. Не, ну кразик тут без проблем. Ну что, мне 4 повезти или 6, меня даже ломает тут. Ну хочешь, увезди 6. Ладно, повезу 4. А то... Я человек свободолюбивый. Не люблю никого зависеть. Бизон, привет. Лёха, привет. Как служба? Опасно и трудно. А, кстати, у вас Hitman 64 рус, тёрки какие-то. А то он о тебе на своих стримах хорошо говорит. А мне хорошо говорит в кавычках или без них? А, не оставляйте авто возле статичных машин. Они чудесными оказываются в вашем авто, когда возвращаетесь на... Да, я понял, что они переспавниваются. А, Лёха Неганов. Вить, привет тебе. Чё, не поднадоело каждый день на одном и том же Урале кататься? Ну, как вам сказать, надоело отчасти. Ну, сейчас готовится новая машина. Так что скоро будете лицезреть меня на новом кразе. Стильном, модном, молодежном. Да, да, да. Все в стиле моей группы, так что все будет очень красиво. Ну и, собственно говоря, что, обратно надо в гору тащиться. Вовка уже потащился. Ты куда, Виктор, поехал? Я на эти точки погрузки. А на заправку не поедешь? А заправка там же где-то есть, нет? А, нет, на точке погрузки. А, ну к заправке я потом вернусь, я, может, с бревнами, возможно, это не будет. Я думаю, ты обсохнешь. Я поеду заправку. Да ладно, что я в горку поднимусь и вернусь, и обсохну? Да. Да ладно, не может быть. Ну давай, проверим. Проверим. Чем будем слушать. Так, ладно, поеду я. Пойду, то есть я на секундочку отойду. Так, автору плюс за то, что он мосту дырку заделал. Да, я, да, честно, да. Никогда не понимал, зачем эту дырку в мосту. Это же не смотровая яма, блин, на мост. Так, сюда. Куда поехал ты? Да я хочу в остальные две машины привезти. Краза с Итарганом. Thank you.
Так, ребят, я вернулся. Так, относительно, кстати, мне это, вот, того, что мне написали, мне даже интересно стало. Да. А, нехорошо говорит. Да, блин, даже мне самому интересно, что обо мне Хитман нехорошего может говорить. Мне по большему счету по барабану до тех пор, пока это не становится публичным. А раз он говорит нехорошо обо мне на стримах. Хотя, опять же, мне, наверное, тоже по барабану, даже если он говорит это о стримах. Он не говорит это конкретно мне, значит, это трусость. А то, что он там где-то что-то переваривает с кем-то, мне абсолютно по барабану. Так, вы решили, короче, по камням там полезть, да? Ну вот, да, я не знаю, насколько это правильное было решение. Я придерживаюсь другого немножко, я обычно... Еду там, где дорога. Здесь она вроде как тоже такая дорога. Ну, как сказать, я застоял. Я тут на камушке что-то как-то раскорячился. Просто жизненный опыт уже по игре подсказывает, что короткий путь, он не всегда короткий. Ну, так-то да, слушай, у меня в натуре, я обсыхаю, я походу. Учёба всегда во всем права, а? Вам не стыдно? Сашка сказал, топлива не хватит. Ты говоришь, что... Серега говорит, что... Жизненный опыт и все такое. Блин, Вовка рано уехал. Надо было тут паровозом ехать. Блин, а тут же скала получается. А, вот мне тут скал. Короче, ясно. Интересно. Персона пишет. Это я так понимаю, что... Хитман пишет таким образом, да? Ой, Хитман говорит на стримах так. А простите, это кто вообще? Да есть такой Хитман. Тоже стример такой, знаешь. Это, ну как у него, он на YouTube стримит, но чат он не видит. Вот, по крайней мере, раньше у него так было, сейчас я не знаю. Вот, ну... Я ничего плохого об его команде не говорил, кстати, никогда. Не знаю, что вдруг так на меня человек мог взъесться вообще, из-за чего. Единственное, что... По-моему, если мне память не изменяет, я его из друзей в Steam удалил. Ну, я не вижу смысла держать людей в друзьях с теми, с которыми я не то что не играю, я банально даже не общаюсь. Беру свои слова назад насчет дороги. Дорога тоже оказалась неудачной. Витамин 54 Рус, привет. Вовка, поехали, поехали. Сейчас гуськом, гуськом, гуськом. Да, Вовка тоже застревает. Но сейчас я буду стараться его если еще подпихивать. Хитман 64 Рус говорит, что ТВ. Что ТВ? Я не совсем понял. А что что ТВ вы е а ли вы ее что тут что я в ее или ну ладно я в принципе понял о чем речь ну бог с ним господи как говорится бог ему судья. Ну, честно говоря, непонятно становится только тут, что нет причины обо мне ничего такого подобного говорить. Я никому ничего плохого не делаю.
О, да, я обсыхаю, у меня 80 литров. Вообще, что-то как-то, да. Чувствую, нам не хватит с лобкой соляры. Я в Вовку въехал. Сейчас буду функционал проверять. Ага, давай. Я чувствую, сейчас я сюда Кразика потяну, либо Камазика, не знаю. У меня Кразик уже на пути сюда. Почему? Серега Муздан со скайпом, Вовка без скайпа. Ёшкин кот. Вот, ёшкин кот, что он сказал. Да у меня роспуск сорвало. Роспуск сорвало? Ага. Нифига себе. Представь, стою в горку 70 градусов, еще тяну к себе роспуск снизу. Ну да. Напряжение растет, что называется. Да. А тут ущелье какое-то, понимаешь? Что за функционал, Саня, проверять будем? Че, я проверяю этот свой... Как его звать? Эвакуатор. Я сейчас потащу Краза с респауна, а еще и на сцепке Урал. А, персона пишет. Нифига себе у тебя рос с блатной, с неонами, ну так, прямиком от Сталина. Блин, я забыл, как у меня там вращение, сложить захват. Захват шестерку у меня. Да, хорошо, Володь, сейчас загружу. Да, я еще в таких условиях просто не подцеплял. Ни разу. Да. Сталин, Спинтарис, удачи вам, спасибо. Привет, Женек. Ой, мамочка. Блин, а где у меня вращение? Вот оно. Так, и что тут кратчайшая дорога получается? Ага, 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 и вот тут. А, балдеть, ну ладно, что поехали. Старею? Почему я старею? Да ладно тебе. Два длинных бревна, он человек погружен буквально за минуту. Человека Вовку-то я погрузил. На какую пилку ехать, Володь? Ну вот как тебе, ты считаешь комфортнее на ту едь? По-моему, ты первый, кто погрузился, поэтому выбирай. А мы уж как-нибудь, что называется, порешаем. Короче, по дороге тут хрен проедет. Вот так вот. А мы уже грузимся. Ой, ёп, нихера тут ямище. Да, там есть коварная ямка. Ну, а с моей мосты не ложит. Ну, езжай на вторую. Давай, Володь. Ну, я думаю, сверху я спущусь. Не, хоть бы знак поставили там, сломано, поломано. Не, это было бы уже слишком много. Блин, разворачиваться.
57 литров, блин, во мне осталось. Как тут еще можно проехать? Ох ты, господи. Нет, Сталина с нами нет. Сталин как раз таки в чате вот это отписался. Сталин Спинтайрес. Это был он. С нами играет Вовка 315. Он играл с нами на последнем стриме. С нами играет Муздан Рус, с нами играет Псих 19 Рус, ну и, собственно говоря, я. Дэн Хуан пишет: Витарган, ты полностью забросил настройки YouTube трансляции? Или еще есть возможность? Я думал, ты говорил, что уже не помню. А, ну. Вообще у меня в планах осуществить все-таки трансляцию на YouTube. Но пока что-то как-то, да, честно говоря, я подзабил на это дело. Хочется, но пока что-то как-то руки не доходят. Хотя я понимаю, что там ничего особенного нет. Вот, ну, как-то вот в основном все программы, они, вот эти все, ну, как, господи, дополнительные программы, это, как же они называются-то? Господи, как правильно так их называют, для ОБС-то? Блин, из головы вылетело. Ну ладно, короче, вот этих программ всевозможных для ОБС, и чтобы это все стримилось, то будем больше этих программ, наверное, для Твича, нежели для YouTube. Так, у меня 19 литров. Мне надо, по-моему, уже озадачиться относительно заправки. А я нахожусь... Блин, Децл не хватит мне. А, ну я КамАЗа к себе на встречу сейчас вызову. У меня КамАЗ тут недалеко. Короче, еду, пока едется. А ехаться будет мне недолго. Да, что-то Вабан как-то еле-еле едет. Я обсох. Ой, что-то у меня здесь КамАЗа вообще. Беда какая-то. Персона пишет, а что, обнова воркшоп? Это точно правда? Или я перепутал что-то? Какая может быть обнова воркшоп? Никаких обнов там нет. Все по-старому. Блин, я не могу на мост заехать на КамАЗе. Насчет игры обновления воркшоп. Давай что-то может обновиться. Все обновления от воркшопа не зависят. Все обновления идут от разработчика. Никаких обновлений нет, не предвидится в ближайшее будущее. Чё, как у кого какие успехи? Ну, нормально. Автор, конечно, блин. Я лезу в гору, короче. Так, Сашка, что-то там. Ну, я тащу две машинки в гараж. А-а-а.
Я лезу в гору, потом буду прыгать с горы. Мне через ущелье я проехать так и не смог. Слава богу, там не крякнулся. А Приморье кто-нибудь катал? За него они мог спрашивать. Да, катали. Хорошие карты. Надо головой там думать. Да, у меня пока руки до нее не дошли. Ну, в принципе, вот эта карта, знаешь, ну, тоже по сравнению с тем, что было предыдущее, очень даже такая ничего, кстати, симпотненькая. Есть недостатки, конечно, по грязи вот этой там. Вот. А так, в целом, ну, все очень даже. На Приморье там палок тоже дохранище. Но если правильно построить маршрут, найти, то там нормально. А так, если захочется посрезать там или... Чё знает там как. Вообще там можно и на дефолте даже спокойно можно ездить. Нормально. Если я ничего... Я вот с первого раза попал на нее к ребятам, но она была уже открыта, и я... Ну, обычно, знаешь, там точки маршрута, точки разведки ставят, ты вот проезжаешь, да, и смотришь, как вот автор примерно решил этот маршрут, ну, создавал. А то уже, когда точки все открыты, едешь уже, так, посмотрел направо, налево, где ближе, и поехал, да, то есть здесь уже по-другому. И там я, конечно, встрял с этими палками, ужас. А потом сам начал проходить уже второй раз. С ребятами по точкам разведки проехались, и я увидел, что там вполне нормальные дороги человечек стоит. Так, сейчас буду я прыгать. Не знаю, что после этого со мной случится, но выхода у меня нет. Прыгать. С горы, с пилорамы, да, слетать в объезд. Это такой объезд у меня. Сейчас буду на дорогу спускаться. Но я там уже спускался. Тут органы. Сейчас вторая будет попытка. Что-то я вообще такой смелый стал. Я даже защит кабин не поставил. Ничего вообще. Ну зачем она нужна? Только. Ну там ремка есть. Ну все, я вниз полетел. Вау, тормоз, вау, газ, тормоз, тормоз, ай-яй-яй. Я, извините. Так, Блин, я телегу вообще раскорячил, как-то нехорошо. Ну-ка, встану, не встал. Так что, ребят, Приморье карта хорошая. Ну, на любителя, скажи так. Не, если на любителя заключается в сложности, то это не на любителя, а на тех, кто не любит сложности. Ну, я там комменты как-то читал, там разные комменты далеко разнящиеся. Не всем она понравилась. А когда смотришь скрины, на чем они эти карты проходят, блин, думаешь, ёх ты палка. Чайники вы, чайники. Вот, до него они мог пишет, что я сегодня смог только 3 точки разведки открыть. Лужи уж очень глубокие. И К-700 взлететь один раз. А, и К-700 взлетел один раз. К-700 взлетел. Это я не знаю, что на него могло воздействовать, чтобы он взлетел. Вау, 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 вау. Скакуны. Вы мои скакуны. Иван пишет, надо аккуратнее ездить. Но это само собой разумеется. Без этого у нас никуда. Так, а что это у меня? Либо сюда, либо... Ага, ну я поеду тогда там, где у нас не раз... О, кстати, там еще одна точка погрузки есть. Ёшки-матрёшки. Вот так вот, а я и не знал. Прикольно, то есть там можно загрузиться. Надо было туда порожняком, мне кажется, ехать. Ну ладно, давай попробую с роспуском. Минус один. В смысле? Ну, так, ну, наверное, или что-то. Вовка, я рядом, там, если... Тебя достать можно, сейчас достану, проблемы.
Где он там лежит? А, ну нормально, рядом, сейчас я его подниму. Так. Да-да. Сейчас к тебе едет Муздин. Блин, ну здесь дорога, конечно. Серег, тебя спрашивают, на чем ты при море проходил? А, на кразе своем. Вот на кразе, на котором он сегодня. Нахрена я туда заехал? Я вот все-таки всегда грешу на эти палки, которые валяются на дороге, но в данной ситуации они мне помогли. За них можно зацепиться было. Тут подъем такой вообще пипец, экстремальный. Я прям удивлен, что я вообще сюда заехал. Вот Иван пишет, что я на Урале Виторгане прошел, отличный аппарат. Ну, смотря с чем сравнивать. Коварный мостик. Да, согласен. Витамин 54 Русь. Мостик коварный, не то слово. Сначала деревянный мостик идет, а потом вот этот, знаешь, типа а-ля грязевой. Вообще кошмар. Экстрим на экстриме. Саш, ты с нами? Саш, что-то тебя да, не слышно. Да, и у меня тут все прям экшен, короче. Ага. Я сосредоточен. Интересно, что там псих показывает на своем стриме. А ты это, где-нибудь ссылку кинул бы на свой стрим? Да. У себя в группе. В этом самом скайпе. Ой, в скайпе, короче, в стиме. В стиме. Ух, нифига. Ну здесь камни, конечно, да, от души навалено. Так, сейчас, ребята, я экстремальный участок проеду и чат почитаю. Их там много, хорошо, хоть они и не проваливаются. Кто, мостики? Твою мать. Вот это сейчас у меня было круто. Я почти опорожнился сейчас. Почти. Но не совсем еще. А, Ярик пишет. Привет, когда ведешь трансляцию, FPS сильно проседает? И насколько сильный компьютер у вас? Удачной игры. Спасибо за пожелание. FPS не проседает вообще. 60 FPS у меня сейчас. Компьютер, ну как сказать, Intel i5, 12 гигов оперативы, видеокарта NVIDIA GeForce 745, 2GB. Да, да, сердце реально чуть не остановилось, да, Вань. Экстрим был, конечно. И мне вообще писец. Так, что-то у меня тут какая-то развилка. Ага, мне налево. Ну, на самом деле, то, что вот у меня такие характеристики, можно значительно все это, может быть, в два раза меньше, на самом деле. И это вам может... И вы можете спокойно стримить, и у вас не будет никакого проседания по FPS. Для данной игры, по крайней мере.
стримы это никоим образом не влияет, ну, особенно не влияет на ваш компьютер. Влияет на скорость отдачи вашего интернета. То есть, какая исходящая скорость вашего интернета? Ну, зачастую провайдер обещает вам дать входящую скорость интернета. Но он не говорит зачастую то, какая скорость исходящая. У меня исходящая скорость, как ну, чаще всего бывает, это где-то 30 мегабит в секунду. Вот этого мне вполне хватает, чтобы без лагов стримить. Входящая же скорость у меня 100 мегабит. Это на стрим никоим образом не влияет. 100 мегабит входящей скорости. Ё-моё, ну здесь и поляна. Вот это да. Так, а, заправка это на том берегу. На том берегу меня заправка не слишком интересует. Там что за дорога? Писец все в дорогу. Куда ехать, хрен его знает. Блин, что-то меня тащит вообще пипец. У меня, кстати, вот раньше тоже стримы, дай бог, это как подвисали. Потом я пересмотрел там кучу видео на YouTube, то, как настраивать нужно правильно OBS. Вот. И тогда все наладилось. Я тоже уж думал, что может быть. Комп вроде нормальный. Интернет нормальный. А оказывается, все дело еще в настройках непосредственно той программы, через которую вы стримите. Не все так просто. Нажал кнопочку «Начать стрим» и поехал. Нужно правильно настроить ту или иную программу для стрима. Рекомендую пользоваться программой OBS. Вот на этой программе я на самом деле достиг нужного уровня, нужного качества стрима. Да, я тут еду, конечно, 6 очами. Еле-еле, душа в теле. Так. Вот если я поеду, я открою одну точку разведки еще. Что она мне даст? Съездить, что ли, туда? Блин, как же здесь все сложно. Смотрю, картоделы увлекаются, пытаясь создать сложность настолько иногда, что дорога кривее, чем обычная.
Ну да. Я, кстати, на этой карте тоже обнаружил такой косяк, когда буквально прокатился, там всего ничего. Вот. По бокам лес, там все гладко в лесу. Но... Посередине идет дорога, и холмина такой просто насыпан. Думаю, блин, вот надо было построить именно дорогу там, где. Ну, я, конечно, понимаю, что он сначала лес построил. Ну, то есть дорогу построил, изухабил ее, а потом построил лес. Чтобы не все так просто казалось. Но все равно, блин, это настолько глупо смотрится. По бокам, значит. Ну, если так, на реализм, да? Угу. По бокам, значит, у нас все гладко, там лес мы не трогаем, там где гладко. А там, где у нас все это изухаблено, просто горбина такой, там мы лес вырубили и проложили дорогу. Это вообще, конечно, да, меня убивает. Не всем да нужен. Частенько, конечно, карты попадаются, которые похожи не на карту, а на полосу препятствий больше похожи. Ну да, да, да. Ну это совершенно, конечно, не дело. Красивое местечко сделано здесь, водопадик такой и скал. Это, Витя, у тебя ставится какой-нибудь... А, вот, вижу. А что надо-то? А, там. Да не мог, пишет, что ты все затихли, все заняты, все пыхтят, все трудятся. Смотрят, переживают, пьют пиво пьют. Смотря кто пиво пьет. Если только те, кто смотрит и не комментирует, они, может, и пиво пьют. Мы не пьем, и вам не советуем. Ну, вот лично я, да, тоже не пью вообще алкоголь. Так, а что я тут хоть открыл-то? Надо посмотреть. Ага, это я к точке погрузки еду. Офигеть. Черт побери. Ну что, мне придется обратно возвращаться. Печально, конечно. Обидно, досадно, ну ладно. Здесь я, наверное, хрен где проеду через лес. И дорога здесь совсем не широкая. Но мне придется все равно подниматься. Ну вот Ваня чай пьет. Тоже нормально. Сейчас машинки дотащу и тоже пойду покурю и чай налью. Да вот я тоже задумался. Какая у нас самая любимая техника в игре? Ну, наверное, это такой достаточно сбалансированная. Любая сбалансированная. Вот Музда, но любая сбалансированная. Вот, то есть не перекрученная. Еще проще сказать, не читерская. Саш, тебе какая техника нравится? Ну вот до того, как своими машинами занялся, тоже на Серегиных нравилось очень. Кразы его. Вообще прям. На них стоит равняться. Да, я, собственно, когда и начал моды делать, в том числе вот на вот этого краза равнялся, на Серегиного. Ну и на дефолт. Не, а вот если по маркам смотреть, Урал я не очень люблю, они потому что кувыркаться любят. Мне КамАЗы больше нравятся. Да не мог пишет. А зачем Саня машину таскает? Вроде бы бревна надо таскать. Не, ну надо же, есть если эвакуатор, надо пользоваться. Я вот сейчас приволоку все машины, сделаю из Витиного техничечку такую. А у тебя эвакуатор грузится? Да. В смысле, как грузится? Ну машину можно лес, загнать? Нет, лесом грузится, нет? Нет, лесом нет. А насчет ураганов что скажете? Да бесполезную в игре технику сделали. Я так скажу. А что за... В прошлой версии он был глючен, у него с колесами были большие проблемы. А что за крас у Сереги? Крас у Сереги сейчас перетелепортнусь и продемонстрирую.
63-22, вот он, собственно говоря. Вот такой вот краш у Сереги. Поддон на 4 очка, да, у тебя он, по-моему, снаряжен? На 6. На 6? Не, я с краном еду и с коротким выпуском. А, ну вот, да, на 4. А, ну он же у тебя и 6, Серег, таскает, да? Ну он весь дефолт таскает, на 7. Так, как бы это печально не звучало, но мне, по-моему, соляра не хватит. Я не знаю, конечно, 200 литров еще. Но что-то мучает меня смутные сомнения. Я вот до того, как свои КамАЗы начал ковырять, рассекал на этом 43-10 на загребальном. Загребального, который. Но у него функционал ущербный, блин. Ну, поэтому да. Захотелось свой сделать. Не знаю, мне Пашкины моды, вот, которые он начал в воркшоп выкладывать, по именно ходовой не очень нравится. Вот такое ощущение, на нем едешь, как будто по мылу какому-то вот плывёшь. Немножко, не знаю, немного не моё было. Ой, господи, ребят, давайте вот пиздаш ссылку ВКонтакте, давайте, ну не во время стрима все это, ну как это, ну это все общедоступно, ищите, пожалуйста. Вот Серегин крас уже черти когда был выложен в общий доступ, ну ищите, пожалуйста, не надо меня напрягать тем, чтобы я дал ссылку. На STMOD зайдите, наберите крас. Да, крас 63-22, ищите, ради бога, господи, он общедоступный, это не приват никакой, ничего. Это уже мне начинает напоминать вашу просто-напросто, я не знаю, лень, может быть, это грубо будет сказано. Почему я должен делать за вас, вами интересные, интересующие какие-то дела, я не знаю. Всегда одно и то же. Пользуйтесь Гуглом банально, не надо на STMOD там только концентрироваться. Хотя там он тоже есть, я больше чем уверен. Правда, как на Санину техничку судя... так... Чё? Стону из будки слышу. А, стону из будки не слышу. Да её в 3D Max надо будку править, а в 3D Max я не умею. Просить никого не хочу. А уже и так с этим КамАЗом, кому только мог, уже всем мозг вынес. Я попробую этими текстурками это дело. Ну, что-то у меня ощущение, что текстурками тут не отделаешься. Так что эвакуируй их через окна и не пускай больше туда. Ну вот Ярик пишет, что скачал к Серегин крас с STMOD. Значит, стопудово он там есть. Извинись там, Серега. О, спасибо, нашел. Блин, вот. Вот, уже нашел. А мне бы надо было потребовать закончить стрим, экспортнуть видео на YouTube, сделать превью, все бы вот это проделать, а потом начать заняться уже поиском краза для Вани. Ребят, вы сами подумайте. Когда пойду на один. Да, такой экшен вообще, ребята. Я не знаю, блин, я сейчас такую тут опу попал. Просто. Я не знаю, как я здесь буду проезжать 6 очками. Это просто какой-то беспредел сейчас, я чувствую, будет. Я чувствую, мне ничего сейчас не поможет. Ни лебедки, ни краны. Дотащить на эвакуаторе еще 2 машины, это отдельная миссия в игре, это вообще отдельный функционал. Я тут сижу, у меня булки напрягаются на поворотах. Булки — это хорошо.
О, Дон Хуан, не говори этого под руку. А то сейчас в натуре сейчас будет что-то не очень хорошее. И зацепиться-то здесь негде, вот что самое обидное. Ну за что здесь цепляться, я не знаю. За это я уже цеплялся. И я вообще застрял, что ли, походу, я не знаю. Ой, меня сейчас что-то как-то кренить уже начало. Да. Витя, мы с тобой не падай. Да, легко сказать. Фурой цепляй. Да я чувствую, фуру я сейчас зацеплю роспуском, я точно шмякнусь. У меня есть такое предположение. Блин, ну если мы такой на карте натворить-то, а? Ребятушки, а кто поскольку от чей-то взял? Че там, как под вас подстраиваться? Вован погрузил. Вовка 6 лежит. А ты, Витя? Я 6. Я чувствую, я не доеду. Что у меня такое предположение. Я просто здесь проехать не могу. Я при всем своем желании, я не могу здесь проехать. Мне не за что зацепиться. Вот я цепляюсь за одну и ту же елку. А толку от этой елки никакого. О-о-о, поехал. Надолго ли я, правда, не знаю, поехал. Блин, здесь-то вообще... Чё начинается-то у меня? А как рулить-то? Все по 6, а Саня 2 машины. Блин, я не дотягиваюсь теперь, ё-моё. Я не знаю, к чему делать, ребят, вообще просто... Я сейчас уйду в себя и приду не скоро. Да, вот эти точки зацепа мне особенно пригодятся. Что там, точка погрузки вторая, это нормальная по отношению к первой? Не знаю, я еще до нее не доехал. Я хотел к ней проехать, но я понял, что нафига мне туда 6 очками ехать вообще. И, короче, не поехал. Все, у меня роспись, по-моему, сейчас полетит. Писец, мне, короче, цепляться, ребят, не за что. Я пойду покурю. Вы уж извините. Так, Серега, кразика твоего я снарядил. Сейчас поеду за дровишками. Так, здесь что мне надо? Thank you.
Так, я вернулся. Угу. Ну, я не то чтоб устал. Я просто, я не знаю, что в этой ситуации можно сделать. Я просто в растерянности, ей-богу. Вот я сейчас стою в таком положении, что, мне кажется, любой мой маневр будет неправильный. Да, здесь надо очень аккуратно. Здесь вообще 50. Разумывают каждый свой шаг. Серега, у тебя укрался какой вес? Ты думаешь, я помню? Ну, в пределах 14 тонн где-то. Так, на скидку 14, да? Ну, это без снаряжения. Нет, ну, нет, наверное, без снаряжения все-таки, наверное, тонн 12 тонн весит. Сейчас я не помню. Не, ну мне так точно не надо, на скидку. Ну понятно. Ну я просто вот за техничку за свою сейчас зацепил, на заправку еду. За техничку, в смысле, это. Которая вилами поднимает. Ну он тяжелый у меня, кратик. Не, нормально, у меня смотрю, что это. Я знаю, что он тяжелый у тебя, я просто смотрю. Что это? Все, я упал. У КамАЗа морда-то ошибка-то и не поднялась. Mm-hmm. Что, нормально, адекватно все выглядит. Нормально я настроил тут в этом плане. Этого КРАЗа я в свое время строил именно по карте. То есть я не стремился к большим там сходству технических характеристик и так далее. Ну вот потом уже выстроил чуть-чуть. Но я больше стремился... Ромаха, привет. Ехал более-менее. Ты меня застал не самым лучшим виде. Я знаю, что в жизни этот красный тяжелющий. Да. Но достаточно такой. Так. О, какие виды красивые, а? Речка течет, и я валяюсь. Достаточно у него движок такой вот, оборотистый. Угу. Ну, он же еще турбованный свисток. Да. Ваня, никак так. Можешь лучше и проить лучше. Что, Витя, бомбит? Меня? Ну? Меня все бомбит. Ну вот Ромаха тоже на этом же месте валялся. Ну что же, блин, я не знаю. Ну просто здесь нереально проехать. С двумя очками нереально проехать. Не то, что с шестью, блин. Ну кто-то делает, кто такие наклоны делает. Вообще жопа. Главное, с колеей, да? То есть, как будто там машина проехала, колею с собой оставила. Чего, Серег? И с колеей еще наклон, да? Да какой с колеей? Тут гора такая просто под откос, грязная. А, вот ты куда залез. Вообще просто пипец. Здесь еще и обрыв какой-то просто этот. Понятно. Я повис, у меня машина была неуправляемая, и я перевернулся. Мне нечего делать здесь, короче. Ну, наверное, не залез не туда. Да, здесь другой дороги нет. Я вот сейчас вот объезжаю этот мостик, нафиг я по нему не решился ехать в обратку, объезжаю. Здесь вроде ничего дорога, но тоже смотрю, наклончики начинаются. Ну такие терпимые, конечно. Блин, дотянуться ни до чего не могу. Сложи стрелу. Хорошо сказать, сложи стрелу, особенно когда мотор не работает. Садись другой, там по дороге подъедем, подвинем такую сюда. Иди пока дальше. Блин. Как это все печально-то, а? Ну, бывает оно так. А потом, когда знаешь, карту уже пройдешь. Мы как эту Исландию проходили. Первый раз было тяжело, да, до опупения.
Ну, что за карта, никогда в жизни не пройду. А потом уже в третий раз уже, ну сразу, как в третий раз я по ней ехал, я как это, как за хлебом. В данной ситуации ни хера себе сходил за хлебушком. Да, ведь? Не, да уж. Даже не замечая, я уже проезжал все эти болота. Просто. А что я могу отцепить сейчас, я не пойму. А, лебедку все равно все. Нет, лебедку мне отцеплять неинтересно. О! Так, что мне делать, как мне быть, как Марусю полюбить? И топлива у меня мало, то есть мне на маневры-то особо-то... О, бревна-то мои покатились, оказывается. Прикольно. Сейчас я за ними покачусь. Чего? У меня есть вопрос, как поиграть по сети. Steam есть, нужно ли активировать его? Пробовал, но ко мне не могли зайти, просто не подсоединяются. Ну, давай начнем с того, у тебя лицензия или что? А проще говоря, пиратка с пираткой, лицензия с лицензией. Блин, прикинь, я к бревнам приближаюсь, они от меня отдаляются. Это как-то... Вот лежат... Не хотят они с тобой ехать. Ну, неправильные бревна, они делают неправильный мед. Здесь дорога есть, прикиньте. Внизу. Пиратка. Ну вот я тебе могу сказать, что пираты играют с пиратами. И ты не подключишься только с теми, насколько я знаю, случайно, да, Витя? Нет, ну, нет, не там по приглашению можно, по-моему. А, можно. Если да, Steam активирован. Только то через Steam. Снят все запреты с него. А, то есть если ты бабос в Steam. Бабки на счету залежат, либо игра купила там рублей 400. То тогда можно приглашать своих друзей. И дружить с другими. Можно смотреть трансляции. Пользоваться мастерской. Тогда лучше лицензии. Не знаю. Не знаю, ребят, на самом деле проще вот купить за 450 рублей лицензию, по-моему, и играться в удовольствие. Да, и вот так эти... много она стоит, на самом деле. Если игра твоя, то почему бы нет? Вот так называемая официальная группа Spintaris. Ведь не реклама никакая, я думаю, все ее знают, там 75 тысяч или сколько там участников. Там продается 450 рублей, ребята, она стоит. Все, 450 рублей нормально, без какого-либо развода, если вы его боитесь. Лично я сам покупаю для розыгрыша в своей группе именно там ключи. Самый огромный плюс от лицензии что? Это воркшоп. Ради воркшопа все и купили эту лицензию. Я купил когда в октябре. Вот этот воркшоп 15-го года, да, открылся, вот большинство ее купили. Это ради этого. Это на самом деле классно. Не надо никакие моды ставить, потом их удалять, скачивать что-то, скачивать обновления, блин, и так далее. Он подписался, все. Подписался, отписался. Он да, установился сам себе. Если надо, он, как мы сегодня, вот сегодня моды ставили, да. Мы же ниоткуда их не качали, вон, Виторган их поставил. А мы это нажали загрузить моды, они загрузили. Все. Да, прямо из комнаты уже созданы. Ну, все удобно. А тут договаривайся, как будете скачать, как поставить, блин. Ваня, а почему ты купила лицензию и играешь на пиратке? Ты боишься ее испортить? Ну, вот я, наверное. А?
Где пираты, наверное? А, ну, не знаю. Я вам троим купил, когда тоже подарил лицензию, чтобы с ними играть. А они собаки такие взяли и перестали играть. Блин, слушай, это брёма наложил, как хрен знает кто. Слушайте, я в эту гору долбаную заехать не могу, где камни, камни, камни. А здесь никто никуда заехать не может. Да? Да. Хард. Это полный хард. Братцы. Да нет, бывает похардее. Куда еще хардее? Я вот краза твоего на сосну одел. Господи, давай проезжай, пожалуйста. А, не играешь в лицензию, потому что не втянулся в игру? Так вот, ты начни играть в лицензию, тянешься с ними. Да, на пиратке особо не повтягиваешься. На пиратке там ты будешь, да, с читерами ездить на пару. Они будут там на УАЗиках с большими колесами кататься. С мазовскими. Ой, ёпкса, ты! Где? Да вот тут вот, на камнях. А на лицензии ты можешь вам взять и торгам экстрим. Учиться, блин. Повезет тебе. Ой, японский. Ну, нормально сыграешь. Ай! Ай! Зараза такая. Точка погрузки съехала. Ну, то есть... Точка, которая, с помощью которой бревна грузится. Бревно съехало. Какая самая сложная карта для нас? Да, по-моему, какой не возьми, она вся сложная. Потому что мы рукожопые. Да. Если карта логичная, красиво сделана, профессионально, то чем сложнее, тем интереснее. Если она красиво сделана. Не, и самое главное логично, можно же сложности какие сделать, вот стены всякие отвесные, ну какую-то, я не знаю, этот, как это называется, фэнтези, блядь, сплошное, это нифига не интересно, хоть и сложно, сложность должна быть моя, логичной. Моя вот. Любимая карта, это блокатор Канье, я ее не знаю, бесконечная, бесчисленная, я вот как сказать, раз проходил эту карту. Не, вот до него они мог пишет, что сложное это предыдущее. Она. Ну она, я признаюсь честно, она неинтересная. Я вот не любитель бы вот, катать ее. Вот, не хотел бы я катать вот эти вот там 5 пилорам забивать, вот, кататься по этой карте. Хотя было дофига положительно. Ну что, я упал и утонул. Так что еду я на другой. Закрываем лавочку. Еду я на другой машине, да. Достать меня здесь бесполезно, здесь течение глубоко, меня из-под воды не видно, обрыв тут высокий, бревна упругие. Короче, я на мосту ёкнулся. Так, да. Ну что, поеду я на чем? На чем? На Виторгане, наверное. На самом популярном автомобиле, да. Это просто, это не знаю, это сейчас вот... Многие увидят, как сам Музн поедет на читерском Урале-Виторгане. Ну что ж, делать? Да, безысходно. Что, тебе вообще там никак нельзя достать? Не, там все там как-то исполнено. Не, достать всегда можно, но это надо там часа, час сидеть и мучить. Не знаю, может сейчас и достану. Надо опять потом на погрузку лезть. Я лучше сейчас на другую погрузку съезжу. Спасибо, Ваня, что был с нами. Приятных сновидений тебе. Спокойной ночи. А нам покой только снится. Да. Здесь вот так вот, мы да? Не близко. Блин, 25 литров. Что там до пилорамы? А ты где? Я-то? Ну, я тебя не заправлю. Не заправлю я тебя. 20 литров. Вот у меня был выбор. Либо кран, либо
Ладно, поеду, я попробую Урал. Либо, сразу либо. Аморы, аморы. Блин, ну при желании можно было бы здесь, наверное, подняться. Хотя, вряд ли. Ёшкин кот, Урал тоже хана. Я не заметил, что есть обрыв. Жадный Саня. Почему Саня жадный? Саня, ты почему жадный? Да я вообще щедрый на самом деле человек. Сама знать. Щедрость. Блин, ребята, там обрыв прям посередине дороги, землетрясение было. Что ли? Да, да, да. А, в начале? Ну есть все, там. У меня там виторган лежит. Да, уже и виторган там лежит. Да. Вот за. Слушай, в том плане, что не заправляет. Зайти, Серег, потому что КамАЗ не возит. Ну еще дефолтный КРАС есть, правда. Ну у меня КРАС стоит там в гараже. Вот сейчас не носит. А КамАЗ не возит, да? Не возит, нет. Ну я не знаю, может сейчас попробую все-таки достать КРАЗа своего. Давай, а где он у тебя лежит? Я тебя. Он у меня лежит, где выезд с точки погрузки, где мост там, где тачка стояла на мосту. С него, короче, я грохнул. Там жопа, по-моему, я не знаю. Так, короче, мне надо искать машину, которая меня заправит. Так, и как мы тут? Мост, вот. Где тачка, так, соображаю, соображаю. Тут посередине что? Вот здесь, вот. Видишь, Марк? А, вот где ты сейчас, да? Нет. По этой дороге вот. Да. Подожди, но этим КамАЗом и я тебя попробую. Могу Урал Виторган попробую достать. А, ну-ка попробуй, ага, Витя, должен достать. Хотя, бля, без одного. Там, так, там такая, блин, дрень. Не, ну я уже к Виторгану-то подъехал, может, Виторган сюда встанет. А, так он. Не, ну видишь, ты-то сам себя не так. Попробуй, пусть тебя Витя зацепит. Получится, получится, нет, так нет. А как посмотреть-то? У меня там даже подъехать не на чем. Я хочу посмотреть. Нет, я не хочу. Нет, Виторган достает. Достает, да? Правда, и меня уже несет в бок. Да, здесь вообще такое ущелье, пипец. А я вообще не заметил. Так а я сам перед ним прям остановился. Просто ехал. Да, Володь, я отчасти с тобой согласен. Просто ехал, раз и там. Че, достал, нет? Ну, сейчас вот задом подцеплю. Или хочешь писать, давай я попробую тебя дернуть. Ну, он там где-то за ребеночкой стоит. Ну, все, двигатель поврежден. Можно не доставать. Блин. Че у вас там? Двигатель поврежден, утонул вы там. А я сейчас подъеду, сейчас подскочу, доставайте. Да ладно, что, поеду я к разу своего туда. А я вот он рядом уже. А что меня доставать? Ты меня будешь чинить чем-то? Да, я тебя починю сейчас. Да, в две тяги это невозможно, потому что Урал Виторган сдох. Ладно, ребят, езжайте, я пойду прожить. Давай. Крайняк, а я поехал за Адоном. На крайняк у меня есть дефолт. Только, блин, мне грузится там. Нечем будет. А я тебя погружу, я тащу с собой погрузчик. Что тебе надо там, эти 500 есть? О, благодарю. Так, где мои драндулеты? Многострадальные. Нет, там по мосту, главное, у меня рост начал съезжать, какого-то хрена, не знаю. А поправить я уже ничего не мог, там не зацепишься, ничего. Стал машину двигать, но он у меня улетел. Так, Вовка что-то тут тоже на кразике катается.
Саня не все машины еще перетаскал. Да, это надолго. Сейчас я пока доны напялю, потом... А тебя что, тоже доставать надо? На заправку? Нет, мне заправить надо этого. А он у тебя где? А, он у тебя там в углу. Да тут, в принципе-то, быстро. Что касаемо аддонов и заправки. Главное, до гаража доехать. О, нифига себе, у меня твой КамАЗ, Саш, на Серегин КРАЗ запрыгнул. И едет такой. Хорошо себя чувствует, походу. Так, куда здесь что-то? Я блуданул маленько. Через К-700. Да ну что, мне нужен этот К-700, поеду я сюда. Вот все-таки К-700 в этой игре обретает смысл только благодаря картоделом. Вот то, что сделано непосредственно разрабом, он не имеет никакого смысла. Вот. По-любому. То есть вот картоделы как-то что-то добавляют, какой сюжет, чтобы там был задействован К-700. От разработчиков ничего подобного мы так и не увидели. Чтобы это где-то действительно он понадобился. Да, как и Мазы 7310 и этот. Ну, Мазы хоть они там бревна могут возить. А, ну да. Вот, только это, что. Да, у них функционал присутствует какой-то игровой. А вот К-700 вообще просто неоправданная модель. В принципе, ГАЗ-66 тоже. Да я так понял, он его допилить что ли не успел или что? Я не знаю, он как-то... Начались вот эти вот проблемы с Ови. Потому что, ну, приблуды там есть, все дела. Он же для чего-то ее делал. Ну, не да. Просто... Вот такие мысли. Погрузился я. Так. Да, вот на этом мосту ты, Серега, да? Да. Ну, пытаюсь. Так, а ты, Витя, на ту пилораму тащил 6 очков. Да, я застрял тут, блин, наделся. Так. Подожди, Вова, блин! Я за березу зацепился, не пихай меня. Он еще за рост его поймал. Писец. Я просто осями. Блин. Ну что это тут? Ёб макарёк, а. Так. Ну всё, вроде.
Так, а чё вот эта огромнейшая лужа, она как-то проходимая, нет? А, мостики, я вижу. Мостики вижу. Ага. Ну чё, кто-нибудь проезжал? Да, я проезжал. Ну вытащил я сразу. Вытащил? Ну да, надо на погрузку. Ну слава богу. Ноль урона, представляешь? Он у меня улетел так быстро, что даже не успел. Ушибиться не успел. Ушибиться, да. Ну что, полезь мне туда, на точку погрузки. А Виторган, ты там хреново упал, да? Там дорога плохая. Там смотри, там можно проехать понизу как-то. Где есть. Нет, понизу не проедешь, там гора на поворам. А вот можно, да, вот здесь вокруг, обойти. Может мне туда съездить? Так, ага. То есть здесь вот смотри, как... Серег, вот здесь вот как-то можно проехать. Вот видишь вот точку, где я веду? Ну да. Вот здесь вот можно проехать. Вот. Ну ты там совсем упал? Я упал вот здесь вот, ехал прям по дороге. Ну, есть смысл тебя поднять, попробовать? Не, я там вот уже перевернулся, я погрузился. Ага. Вот, а потом я поднялся уже вот здесь, я съехал с этой дороги за бревнами, и я увидел здесь дорогу, вот, вот здесь. Понятно. Вот, я сейчас там просто, я сухой. Я сейчас тащу машины, чтобы... А у меня 166 литров, так, ну пойдем. Серега, я рядом, подскочи, я тебя заправлю. Не-не, я сейчас себе лучше бак дополнительный залить еду. Тут недалеко. Сейчас, я тогда... Ты-то едешь туда же, да, где Виторган? Да, я 2 очка сейчас туда довезу. То есть там уже... А там ноль. Блин, меня эти деревья уже просто бесят. Вот просто реально меня эти деревья бесят. Просто, блин, трясучки уже бесят они. Ну, я уже третий раз нанизываюсь на березу. Между осями у меня береза Вот реально она меня они меня раздражают. Ну не могут. Вот автор, если ты смотришь, блин, ну не растут березы на дорогах. Вот такие вот здоровые. Вот маленькие растут, вот такие здоровые не растут. Вот, неужели вот, когда делаются карты, неужели это так понять сложно? Ё-моё, а. Какая здесь худосочная задница может пролезть? Вот я не могу на 63-22 здесь проехать, на Санином КамАЗе подобном. Ой, нет, все, что я буду стримить, я буду сам обкатывать лично. Вот я вот, мне как-то вот надоедает, знаешь, вот на стримах потом выражаться как-то некрасиво, это, кого-то опускать тем самым, я не знаю. Но это просто, это конец света, понимаешь? Вот адекватный автомобиль, а проехать не может, потому что растет, мать ее за ногу, береза посреди дороги. Вовка тут передо мной нарисовался. О, о, прикольно. Береза прошла между рессор, все отлично. Вот, вот, вот так же, да, согласен, что хотел подметить, что дорога свежая, а на дороге растут 10-20-летние деревья. Ну вот, вот я про то же говорю. Ну не бывает такого. Вот реально видно, что дорога юзанная. Как-то могли вымахать за столь короткое время, там, не знаю, за неделю пускай. Деревья таких размеров. 4-й КамАЗ.
Ну, почему же он читерский? Он, кстати, как раз-таки не читерский, а вполне адекватный. Наверное. Да? Правильно я говорю? Да вроде бы. Вы извините, конечно, но в жизни это тоже машина, блядь. В армии одна из самых проходимых считается. Там уже думайте, читерским или не читерским. Почти доехал. Неужели? Читерские березы. Любас. Ой, бля. А, то, что сквозь березы ездит. А, ну это уже. Да, у меня оси прошли сквозь березы. Это единственный был вариант. Так, у Вовки здесь что-то повалено. Урал-Виторган здесь у него завалился. Прикольно, на камнях растянулся. Блин, у меня 63-22 обсыхает. Ой, боже ты мой, что ж это за карта такая, а? Да не, веселенькая, мне нравится пока что. Долго проходим. Ну кому сейчас легко ведь? Кайф никому. Ты думаешь, сейчас легко было карта делу вот это все? Камень не сюда всякие совать на дороге. Ну, понимаешь, вот в этом. Вот, Саша, вот это вот во всем вот в этом и проблема, что автор тратит кучу времени, а потом собирает шишки по комментариям относительно своей реалистичности. Вот элементарно сделать каких-то пару манипуляций мышкой, и вот этого сейчас вот разглагольствования с моей стороны просто-напросто бы не было. Вот две манипуляции мышки. Убрать этот дистрибьюшн с дороги. Все. Понимаешь? И вот у меня было бы совсем другое мнение об этой карте. Вот лично у меня. А получается, что автор тратит кучу времени, делая вот эту карту, не знаю, там, неделю, дни, там, без разницы. Вот. А потом собирают шишки за какие-то свои вот мелкие просто, я считаю, ну, нищие просто оплошности. Вот которые можно было спокойно избежать, сделать красиво. Никто бы плохого слова бы не сказал. Мне в целом тоже карта нравится. Вот на самом деле классная карта. Я уж особо даже не замечаю эту невидимую грязь. Что, в принципе, немаловажно. А вот эти деревья меня просто из колеи выбивают. Растущие на дороге. Ну, нифига себе, кто-то там на КамАЗе пролетел. Я допускаю кустарники на деревьях. Да, это допустимо там. В сезон кто-то не ездил по дороге. За сезон вырастет кустарник, как нифиг делать. До определенных размеров. Но он будет спокойно проезжабельный. Но не березы, да, вот как было сказано вот в чате, что 10-20-летней давности. Это писец просто. Тут что-то оползень какой-то сошел, не чаще, да? Ты, Витя, через оползень проезжал? Нет, я там упал. Сейчас, подожди, я посмотрю, там ли это. А нет, тут твоей машины я не вижу. Ну вот, я там упал. Под ним дорога есть. Да, ниже есть дорога. Я там упал, а потом вниз я скатился, собрал там бревна, погрузился. Отряхнулся и поехал. Отряхнулся, да, и поехал уже понизу. Но, блин. Я повторил твою судьбу. Да? А ты с чем ехал? Ты с двумя очками? С двумя очками, да, на свистке. А машина какая? На Серегином свистке. А, ну, вот я и говорю, там вообще нереально. Не, ну оно так задумано, да? Все не, нормально. Не, там и объезд есть, по которому можно проехать. Понизу там можно проехать, просто там дорогу не видно, когда едешь понизу. А вот когда туда свалишься, ее становится видно. Эх, печаль, печальная. Ну да. Идти курить надо, походу. Да вот я тоже так думаю.
Сейчас я только до гаража доеду. Я сейчас свистка на ноги поставлю и пойду. Что тут мне до гаража-то осталось? Как до Пекина раком. Опа! Стал родименькой. Так, а чё как брёвна собирать, он какой-то смысла нет. Ой-ой-ой, ну деревья в грязи, это конечно... Не, ну вот здесь хотя без них, конечно, трудно было бы обойтись. Не, ну вот я сейчас еду, да, вот асфальтированная дорога, там слева канавка, канавка грязевая, камушки там валяются. Смотрится на самом деле это классно. Вот есть какие-то просто, вот я не знаю, ощущение, как будто, знаешь, вот некоторые места автор доделал в последнюю очередь, и кто-то его просто гнал. А уже самому хочется быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 и он просто уже забил. Что-то Серега, а, он тащит. А я думаю, что он здесь буксует, стоит на асфальте. По себе знаю, хочется уже, когда ты ее пилишь, особенно месяца два, блядь. Извините. Но потом под конец, да быстрее уже от нее отвязаться. Ну, это все понятно, это как бы нормальное, адекватное явление. Так, а че вы там скучковались все без меня, главное? К вам что ли съездить? А че к нам ехать? Ты давай бревна. А я бревна раскидал, я поехал заново грузиться. Я их раскидал, что я даже смысла не вижу там. Ну там место такое, что я быстрее просто новое погружусь. Так, а куда мне ехать? Гаражу-то. А, ну вот, по этой же дороге. Прямо, прямо, прямо. И приеду в гараж. А, ни хрена не прямо. Здесь у нас за обвал. Блин. А ну-ка, где там обвал какой? А, камни тут. Блин, камни валяются. А там знаешь, где можно? Там вот сейчас направо повернешь. Ага. И налево вот на этот, на хребет, на прям на саму гору. И попер между деревьев. Там махом доберешься. Да? Там, там реально просеки такие там. А, ну да, в принципе, с деревьев реденько растут. Ну. Ну да, окей. Попробую. Опять тут машина заспавнилась, которую я уже два раза забросил. Ну куда меня? Опа, она сквозь мост и упала. Не, на двух машинах здесь не вариант, короче. Сейчас я вот здесь проеду. Мостик. А потом на КамАЗе тогда поеду в гараж. Снаряжу его. Серега, аккуратно. Серега, а ты с нами, кстати? Да. А, окей. Вот же тишина такая. Я микрофон отключаю, чтобы шума лишнего не было. А. Так, что кому солярки, не солярки, что надо? Ну мне-то надо, но ты знаешь, где я нахожусь. Да вот вы рядом. Сейчас я... Стой. Да не здесь. Не тут уж нему мне. Другому мне. Так, Серегу вижу. Серега, тебе надо? Серег, тут спрашивают, как с дороги умудрился улететь в реку. Не надо. Да не с дороги, а с моста улетел. А, с моста.
А ты, Серега, на лесоповал прешь? Да. Ой, я тогда КамАЗа здесь оставлю, ты меня погрузишь там. Сашка, ты прям по лесу, по хребту здесь ехал? Можешь посмотреть? Да я там не ездил, нет. Я просто вижу по карте, что можно проехать. А, ты просто здесь не ездил. Вон она что, Михалыч. Ну, а что я приеду, когда тебя можно отправить? Согласись? Ну да, как-то оно логичнее. Сейчас я здесь проеду, да? Потом уже сам будешь знать, что здесь можно. Ну да. Блин, что ж я раньше-то сам так не догадался? Так, где-то здесь надо еще спуститься. Не, еще рано. Дальше надо ехать. А там прям спуск над самим гаражом будет. Такой адекватный более-менее. Ну да. Ой, ёксель-моксель. Че такое? Да дерево это валяющееся. Все, оно вообще воткнулось мне в раму, короче. А-а-а. Машинка ни туда, ни сюда. Ни туда мы, ни сюда мы. О-о-о. Даже лебедка меня не выручает. Сейчас, походу, забагую. Может, забагуешь, подлетишь куда? Так вот. О. Бля. Лег на бок. Так. Я приехал. Так, мне надо. Может, цистерну на него напялить, вот эту огромную просто, которая. Сейчас, Серега, погоди момент. Так, цистерна, 3000. А что недоступно? Лэмбик. А, понятно. Ага. Да ебер, дед. Ложу вперед. Так, ну я как сейчас обещал. Доехал до гаража, пошел курить. О, все, Серега, проскакивал. Я уж как-нибудь лихо ты, Серега.
Это так в Челябинске пропускают. Да, тут такая дорога, что я прям на стуле сижу, как будто я в этом кразе. Так, что, Серега, я вот так припаркуюсь? Нормально будет? Да, мне все равно, там 4 приметы. Да. Разум кинуть. Ага, пошел я тоже куда-то. Так, я вернулся. А мы уходим. Да? Надоело? Да. Сколько можно? Надоело. Карту разведали, хорош. Так, мне бы заправиться. А, ну заправка была бы рядом. Сейчас на ту сторону, через лесок. О, Ярик написал. Ну ладно, я побежал. Вам успехов, удачи, буду непременно ждать следующий стрим. Спасибо, Ярик, тебе тоже удачи. Так, куда здесь дорога-то вверх пошла? Да-да-да-да. На К-700, к пилораме. Прикольно. А нашу-то и не знаю. Так, а как мне к своей машине проехать вообще? В темпе вальса. Интересно, вот здесь вообще... Так, кто это отключился? Алло? Серега отключился. Блин, он еще и вылетел. Алло. Саш. Саш. Алло. Блин, Серега что-то отвалился. Алло, Саш. Блин. Сереге что-то сегодня не везет.
Так, и Сашку я что-то не слышу. А, Сашка что-то стоит, наверное, отошел. Так, Вовка едет, вижу. Как мне по-быстрому сюда проехать? Ну никак по-быстрому. А черт побери, да что ж такое-то? Да, делайте ставки, когда мы пройдем карту. Блин, писец, я нанизился. Саш, ты тут, да? Тут, ага. Чё, где Серёга уехал? Да чё-то он вылетел. А, вылетел? Ёп. Печаль. Свет, наверное, вырубили. Наверное. Он говорил, что утром отключали. Ёкарный бабай, мы чё, и эту карту не пройдем? Наверное, я не знаю, блин, ну это вообще нереально просто. Ну давай хоть одну пилку-то закроем. Да блин, одну пилку вообще не интересно. Чё-то вообще какой-то бред. Давай, полчаса еще поиграем. Блин, я тут с командой КамАЗе завалился. Ну, я просто... Я тобой до конца, может, и играл. Просто это... Полтретьего уже. Угу. А пораньше как-то начинать. Чтоб такие карты до конца проходить. Я уж грешным делом думаю, как бы в одиночку не поиграть. По вечерам, потому что это смотрю, та карта была сложная, так в принципе в одиночку можно порубиться, на недельку ее растянуть. Ёпт, я КамАЗа утопил, затренделся. Я не могу перевернуться здесь, я не знаю, это тоже сложно, интересно. Я обхомутал здесь, короче, дерево между осей. Просто у меня дерево вошло под редуктор. Оно параллельно оси стоит у меня под кабиной. Это опять эти валяющиеся? Нет. Это я на него нанизился, когда перевернулся. Я не смогу перевернуться. Надо без топлива. Без топлива я не смогу довести. Пилорам. Блин, я так... А, во, пошел.
Пишут, надо было лайтовую играть. Да дело не надо, ребят, было. Мы искали, вот ищем, вот верите, нет, который день что-нибудь лайтовенькое на пару часов. А нет, нихера, все же стараются сделать карту, ух, на неделю, блин. Подсоветуйте что-нибудь лайтовенькое. Не, ну типа, типа здесь было две версии карты. А, в смысле это? Да мы что-то посмотрели, там за 4 часа кто-то прошел. В одиночку даже, как я понял. Но, судя по всему, это не одиночка, нихера было. Ой, беда, беда. Не, я 2 очка так довезу сейчас. По-любому. Твой ёп. Если я не утону окончательно. А я, походу, окончательно утону. А как в луже такое течение? А тут воронка даже какая-то, что-то вообще понять ничего не могу. Я про что и говорил. А, ты вот про это и говорил, да? Ну да. И как всегда, как назло под мосты все это течение. Ё-моё. Блин, писец, короче, я не знаю. У тебя маленький распуск, как называется? Маленький? Я не помню. Может, просто нет? А, вот прицеп просто начал на платформу с краном. А, вот начал. Ох, ну-ка, попытка не пытка, поехали. Писец, короче, я встрял. Это просто. А ты где? Я возле гаража валяюсь. Как возле гаража? Я возле гаража. Ну я тут недалеко. Где? Ну, как где? А, вон он ты где. Сейчас я подскочу, какие проблемы. А ты чё туда попёрся? Как, мне надо было туда ехать, подняться на гору, по хребту. Опять заглух. Вот, на КамАЗе, что ли? Ну да. Решил не мелочиться, 3200 взять. Ну да. Да сколько можно-то уже. Вытяни меня назад. Сейчас. То есть сейчас опять здесь. Ёбаный. И раз спуска короткий, я еще подумал, отцепить его надо. Ничего. Как прилег, нормально? Нормально, сейчас все будет.
А, я встал, по-моему. Почти. Да блин, зараза такая, а. Ёшки-матрёшки. Ну, уже лучше. Сейчас, может. Так. Что там у нас имеется? Давай. Принимай. Ща, может, ты меня лучше за другую точку возьмешь, а? За заднюю? Не, за середину. За крышу. Вот за эту. Только я не дотягиваюсь, по-моему. Так, ну я вроде как взял. Сейчас еще раз убежусь, что это она. Да, вот, давай. Это у тебя, наверное, лебедка длинная. А, у тебя стандартная? Да. Сейчас подъеду. Ну-ка, я тебя ловить. Ловлю. Пока не вижу. Еще ближе. О, стоп. Блин, дерево, зараза. Сейчас я ракурс поменяю. Меня еще стягивает, блин. Ху. Так, ладно, сейчас вот так сделаем. Так, давай. Даю. Не берет? Да. Не, за дерево зацепился и хоть убейся. Давай, за жопу сейчас я вытяну. Блин, надо же было завалиться, а. Ну вообще писец. Так, тянусь потихонечку. О, урон. Ну, ладно. Подшуманюсь. Колесиками туда-сюда, по-моему. Да. Писец, у меня урон идет. Большой? Да нет, не очень. Не идет. Так, стоп. Так, ага, я тоже думаю, хорош пока. 5 дерева. О. Все. Красота. Так, кто-то что-то мне написал. Там советы, наверное, были, как стать. О, боже ты мой. Теперь мне еще здесь подняться. Так, ну повышенный не вытягивает. Ать. Стоп. Ё-моё, куда мне полез нищет? Да, скользкое местечко. Не так просто здесь подняться. Я упал. Да? Угу. Ладно.
Так. Ну давай, вытягивай, да что ты как маленький. Че ты ломайся? Да не говори вообще. Блин, ну как-то не так, ну как-то. Я не так это планирую. О, поднялся. Так, главное, здесь еще нигде не шмякнуться, будет вообще великолепно. Смотри, бочка на наклон так печально реагирует. Угу. Реализма. А с весом тут что прописано? Все очень много, да? Да нет, там что-то тонны 4, по-моему. Угу. Если бы мне не перевернуться, да. Да-да-да, палка торчит из кабины. В решетках радиатора палка застряла. Да после таких кувырканий не грех чему-либо тут застрять. Не только в решетке радиатора. Блин, а вот у меня машина уже раздражает, которая спавнится возле моста. Писец какой-то с этой машины, я не знаю. У-ху! Вот это я полетел. Так, Вовка там что-то все скачет, тоже все никак никуда не припрыгает. Так, ну мне в принципе-то не так много осталось. Цистерна такая мятая. Конечно, в реале бы она бы уже давным-давно прохудилась бы. Ну, благо мы не в реале. Я бы не согласился бы так на лебедке волохаться. С 3200 топлива. О, Вова, привет. Проезжай. А ты куда едешь-то? А, мне направо здесь. Ну ты проезжай, проезжай, тебя же жду. Он не слышит, он позже нас слышит. А-а-а. Там задержка идет. Эх, утонул. Так, ну вот сюда как-то. Направо можно сразу. На пилку 2. Сейчас я утоплю все, что могу. Че, еще что-то утопил? Да не знаю еще. Ясно, все, не хватает. Я все утопил, короче. А, это подожди, его, подними меня туда, в Дурган. Назад чуть-чуть, дай. Мед, вроде бы казалось бы. Съездить, заправить машину. Только не упади. Ой-ой-ой, красавчик. Удержал. Ну аккуратненько сейчас пробуй, чтоб тебя это не перевернуло. Назад еще сдавай. Стой. Не, наверное, газку давай туда в гору и как раз поднимешь. Так, здесь дорога понизу. А вот она, я видел ее. Но я что-то не подумал, что это она.
Я думал, это какая-то другая дорога. Ух, нифига себе, палка торчит. Включи блокировку. Там так долго будет тянуть. Так, здесь я уже был сегодня. Я еду в правильном направлении. Меня это хоть немножечко уже начинает радовать. Вот как быстро проехал, блин. А я там через эту... Косожоп, прошу прощения за выражение. Мучился и ехал. Там, наверное, Урал Виторган уже мой плесенью покрылся. Столько, сколько я еду его заправлять. Нет, что не получается ни хрена. А вот и я. Три тысячи 200 на тебе. 300 ремонт. И это на. Все, как новый. Что-то меня тут только сел и начало меня уже тут. Крены какие-то пошли. Езжай его потихоньку, сейчас только солярку сожгешь. Самых два очка не могу привести. Ты очень долго машинами увлекался, таскал их. Да, ты знаешь, они мне все пригодились. Я уже тут поутопил их все, поразбил. Что бы я без них вообще делал? Уже давно, наверное. По отдельности их в любом случае пригнал. Да, хороший здесь поворот такой. Точнее говоря, не хороший. Но я в него вписался каким-то образом. Я вижу домик с пилорамой. Блин, время 11, да. Конечно, это было жестоко по отношению к нам. Всего бы ничего. Сделали на карте, а потратили времени просто уйма. Как же я все-таки, вот знаешь, вот жалею о том, что нет сохранки в мультиплеере. Угу. Вот как же это бредово. Ты хоть каждый день бы стримили, пока не добили ее. Если есть возможность сделать пользовательские карты, то это вот просто неотъемлемая, я считаю, часть в этой игре. Угу. Если проходить только дефолт, то да, нафиг оно не надо, там это проходится в БМП вчетвером вообще за полчаса. То я вот один играл, за что-то час 20 что ли убил. Ну я вулкан, вулкан, на Урале Виторгане, 17 или 18 минут. А ну это ты не открыл там ни технику, ничего? Нет, нет, тупо прохождение карты, то есть, ну, чтобы с целью, чтобы засветилось вот это... Не, а я прошел на КамАЗе на своей, на двух КамАЗах, короче. Открыл полностью, полностью всю технику разведал и заполнил. Час 20 что ли у меня ушло. Понятно. Так, точка погрузки. Что? Так, интересно, а здесь просочиться через лес вообще как-то возможно? Если через лес здесь было бы возможно просочиться, я бы моментально бы оказался бы на точке погрузки. Ну, может быть и возможно, но сложно. Ой, не знаю, ой, не знаю.
принципе, знаешь, вот. где лучше? Вон там он, на изгибе этой дороги. Вот там поменьше лесу. Да, нас, ну да, да, да. Вон там поменьше. На повороте, но. Не знаю, все равно там, наверное, густо. Дэн Хуан пишет, что эта карта хард, она сама по себе хороша, но трудна. Все под грань сделано. Если бы, конечно, не эти деревья на дорогах, спаун. Ам-то этих камней некоторых. А, авто. Ну да. Не, я и говорю, что в целом карта хороша, но вот есть какие-то месипусечные, какие-то такие вот нюансики, блин, которые очень сильно портит мнение о карте. Вот, ну, на самом деле. Вот реально, знаешь, вот кажется, как будто автор уже доделывал, ему как-то было уже пофигу, типа, знаешь, вот он вкладывался в карту на протяжении всего времени, вот всего этого создания. А потом что-то так ощущение, как он подзабил и вот на эти мелочи не обращал внимания. А, типа, и так сойдет. Может, я же говорю по себе, что когда уже конец близок, начинается вот это. Я пытаюсь с этим бороться, когда делаю. Где дорога-то? Что-то лес, да, лес. А, дорога у меня. Блин, она немного правее. Так, ладно, что-то, по-моему, я уже забурился, хрен знает куда, и, по-моему, не совсем туда-куда надо. По-моему, надо на этом закругляться. Ну, давай закругляться. По-моему, это уже все равно мы не пройти и не пройдем, ни болта. 6 очей мы доставили, я... Начали мы 8:20, время 11. Вот, итого мы уже играем 20 часа 40 минут. За все это время было доставлено. Ноль, да не 6 очков бревен. Это 6 я... довез? Да, я 6 разгрузил. А, вижу, ага. Я считаю, это полный беспредел. Просто это грань какая-то, не знаю, криворукство. Нет, с нашей стороны. Не с стороны картодела, а с нашей. Расслабились, короче. Это просто неумение играть, я считаю. Не знаю, конечно, как там Дэн Хуан с Ромахой, там что они там намутили. Сколько они пилорам забили, я тоже, к сожалению, не знаю, но вот мы вот так вот. На больше мы сподобиться не можем. В одиночке я ее поюзаю, наверное. Не спеша. Слушай, сейчас только карт уже для одиночки накапливаться начинает. Ну, пока две. Пока две. Как всегда, дела общественные на... Дела общественные, капец. На сумраку надо нарисовать текстурку. Тебе. Мне, да, тоже надо. Себе, мне, тебе, тому, другому. Пятому, десятому. Ой. Ну, я, как всегда, наверное, мы закончим наш стрим на крылатых моих словах. Я застрял. Меж деревьев я проехать никуда не могу. Ну что, заканчиваем. Никто не против? Так, Вов. Наши слова заканчиваем, до тебя дойдут несколько позже, чем хотелось бы. Вот, но тем не менее. Всем большое спасибо, ребят, что были на нашем стриме. Спасибо, что смотрели, терпели и так далее, тому подобное всего это делали. Всем большое спасибо, ребят, и всем пока. Пока. Так, нет, надо карты отбирать до.